Привет. Вот такой вот у нас магазин. Для санатория рядышком стоит. И он, в принципе, похожий на советский. Это универмаг Гастроном, где пустые полки. В чем-то похож. Вот. И вот такая же очередь, как в советские годы. Вот так. Каждый покупает себе, что хочет. Прикольно. Все, что надо для жизни, есть. Вот с поселочка вышел, книжку показал, выпустили. И пошел в очередь, занял. Правда, без маски. Вот так вот. Отдыхаем. Покупаем все, что надо. Ну, уже там третья в очереди. Сейчас вот сигарет купим. Так что при санатории Тараскуль, кому надо, вот есть магазинчик такой. В этом магазинчике можно приобрести все, что хочется. Город-то пока не выпускают, пока еще карантин. Зато здесь все есть. Единственное, вот как просто привыкли, что продавцы не сильно расторопные. Тут они монополисты, так что выбора особенно нету. Ладненько, всем пока.